Ну что же, друзья мои, я же не с девушкой общаюсь, где нужно фильтровать базар, правильно? Где, допустим, нельзя ныть, якобы. И то я, кстати говоря, умудряюсь успешно ныть в присутствии женщины в обоих ее ипостасях. Мать и жена. Ну так, как бы мне сказать, я никакого такого ультра плохого состояния, там при смерти, там ничего этого нету. То есть все весьма себе преодолимо. И вот сейчас я иду, ну такую я коротенькую прогулку делаю свою здесь по своим владениям. В личную аллею, которую вон там не заходил. В общем, не жалею, что я вышел. В общем, еще раз говорю, ребята, это что у меня? Приступ холецистита. Скорее всего. То есть это 90%. Понятно, что много чего другого может быть. Вплоть до каких-то последствий укуса клеща. Вплоть до этого коронавируса. Кстати говоря, этот коронавирус, здоровейший, уже все забыли про это словосочетание. Которое... Я просто диву давался, как одно слово людьми повторяется просто миллионы раз. Нет никакого... Где всех их чувство свежести, стремление к какому-то обновлению? Ничего. Повторяли это слово просто, а потом велели перестать повторять. Все перестали повторять. Ужас, правда? Ну так вот, а, собственно говоря, меня вот Варя, которая глава коммуны, где на ящике жила, она меня на приборе там посмотрела, ну и сказала, что у меня нет признаков посещения коронавирусной инфекции моего организма, то есть вообще нет, то есть я ею не болел. Ну как бы ок, мне это вполне было приятно слышать. Но тут на днях в Яндексе читаю, что самая заболеваемость выросла чуть не на 30%. Ну и что среди симптомов тошнота. Хрен его знает. То есть, но, скорее всего, поскольку у меня желчный пузырь, вот такое ощущение, что вот его вот так вот рукой держит кто-то. Не сильно. Не сильно. Ну так вот держит рукой. Вот такие ощущения, ребята. И я думаю, что это, конечно же, холецистит. Так. Опушка Вальтера Скотта. Планы. Да все те же все планы. И... Тут я, как говорится, тебе же могу дать некий не образец, в смысле пример. Нет, не в смысле пример, а в смысле экземпляр. Вот. Экземпляр поведения и стратегии. Потому что образец – это то, чему надо подражать. Это не так. А пример – это тоже напрашивается, с чего взять пример. То есть значение слова многозначно. А вот экземпляр – это как раз именно то слово. Экземпляр жизни, экземпляр поведения, принятия решений, которые я тебе демонстрирую. Ну, в очередной раз здесь тебе что хочу сказать, что важен конструктивный подход. Я вот сторонник этого. Как я прочитал это про американцев, что у них это... Как бы сказать, что они это уважают, конструктивный подход. Ну вот, в жизни тоже. Потому что у меня очень эмоциональное мышление. Чуть что, там, допустим, вот этот же приступ холецистита, мне уже не, тем более не могу встать с кровати, все это. Но надо, как говорится, смотреть трезво. Приступ холецистита – это ничего страшного, он пройдет.
Хотя пишут, что чуть ли не до 2 недель он длится. 2 недели, конечно, довольно-таки плачевно, но у меня, считай, 2-й день сейчас. Поэтому я думаю, что пройдет через 2 дня. Ну, а за это время мне нужно продолжать свои дела, как-то двигать. Потому что если они встанут, то это плохо повлияет на все дальнейшее. Вот и все. Вот в чем конструктивный подход. Неохота, понятное дело. А хочется... Ничего не хочется, короче. Хочется вообще не участвовать ни в чем. Вот что хочется. И, конечно, такой вариант, что у тебя уже, допустим, какая-нибудь там рента, да? Домик в лесу. Пусть маленький домик, маленькая рента, но позволяет худо-бедно ни в чем не участвовать, ничего не делать. Если бы это было у меня прямо сейчас, то в принципе я бы не отказался. Потому что, строго говоря, в этом самый большой смысл, исходя из происходящего вокруг. Ну, а вообще говоря, ну, все происходящее вокруг именно это диктует, что нужно просто, как говорится, засесть в этом домике и уже никуда не высовываться. То есть все. Просто никуда не высовываться, а там, как говорится, будь что будет. Но есть и другая сторона проблемы, про что я говорил, там, когда расхаживал по Москве бодрячком. Идеи, которые у тебя есть, они являются именно первоисточником. То есть, если у тебя есть как... Ну, идеи — это что такое? Это в твоем сознании какое-то представление, какой-то идеал. Как вот ты видишь, допустим, свою жизнь или там творчество какое-то, то вот то, что вот у тебя в сознании, это и есть точки отсчета. Понимаешь? И построить свою жизнь на основе именно идей, это имеет ровно такой же смысл, как и удалиться в домик и больше, как говорится, ни с кем, ни с чем не контачить. Так, по возможности. И то, и другое имеет одинаковый смысл. Мне так кажется. По крайней мере. Ну, так. Ну, и... Мне надо будет выбирать. Да выбирать мне нечего. У меня, кроме моих идей, ничего нету. Получается так. Поэтому придется воплощать эти идеи. И это будет являться точками отсчета. Ладно. Ну вот, здесь красивые виды. Посмотрим, может быть. Я считаю, что нужно выпить спазмолгона и кофейка. Читаю везде в интернете, нигде не пишут, как избавиться от чувства тошноты. Ты понимаешь, в чем дело? Не пишут, и все. Фух. Ладно, ребята. Вот чувство тошноты, если бы еще его не было, то было бы еще более или менее. Ну давай, жму руку. Так что... Вот такие дела, такие варианты. Ну еще хотелось бы, конечно, по возможности
донести до общества, чтобы люди перестали друг другу гадить. Вот так вот целенаправленно. Не то чтобы какая-то ссора там. Да, друг. Не то, что какая-то ссора там или что. Там разгоряча там что-то сказанул там. Ну, может, там на следующий день там что-нибудь гадость какую-нибудь сделал. И то это для меня дико. После ночи я уже перестаю обижаться на кого-либо, даже на злейшего врага. Ну, а когда это производится годами на твердой общественной основе, это, ребят, никуда не годится. Считаю, что это чистой воды просто-напросто. Ну, другим словом, как позор. А характеризовать это нельзя. Ну ладно, давай. Будем держаться курса.